show speed в Майнкрафте. Let's go! Аня, вот тебе каре пойдет. О боже, Жаруня! Я тебе сейчас, блядь, устрою. Это лазер ебаный, понятно нахуй. Пошел нахуй тоже. Да, давай так и сделаем. Ой. Держи мои ножки. На счет три я ее даю тебе. Раз, два, три. Я видела то, что даже многие и не мечтали увидеть. Администрация Твича, вы... О, это я не знаю, как его. Давай. Я не знаю его. Назови просто три любых континента. Нашу планету Земля. Любых. Евразия, Азия, Малайзия. И это правильный ответ. Поздравляю. Подожди. Извините. Вот это я крикнул! Открывать одежду. Так, ну все, вот я... Знаете, в какую игру я хочу играть? Которая убийца Sims. Да, в Стиме у нас сейчас она в списке желаемого уже будет. А, это клевая игра должна быть. Блядь, что вы кидаете? Подождите, вы вообще в порядке? Вот извините меня, это все у вас окей? Или не все у вас окей? Что? Что это за хрень? Сейчас еще раз проверю, точно то тело выбрал? Ну, корешка конкретная. Так. Сейчас. Не туда нажал. Сейчас. Там прям голяк. Как тебе Аска? Вообще, отстой, хуйня, нам не зашло. Мы тестили ее с Илюхой Эксайлом. Леха заходил на сервер и Андрюха. Мы поиграли где-то около 40 минут. Полная хуйня, игра нам вообще не зашло. Просто сырое говно. Привет, ты начала ходить на антицеллюлитный массаж? Расскажи о впечатлениях. Не, я не начала ходить, я купила, и Лёха заболел. У меня завтра первый сеанс. А только я не понимаю, почему и другие донаты не работают. Что-то зависло все. Сейчас. А, вот, все отвисло. Все. Ой. Ну да, 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 да. Смотрите, он актер. Смотрите, вода еще не потекла, а он уже начал вскакивать. Смотрите. А, ладно, нет, он попала. Такая же актриса. Да, я актриса. Я вообще сказала сегодняшнего дня. Называйте меня актрисой. Бля, там теперь в комментах делают фотки мои с каре. И это выглядит очень странно. Это выглядит очень странно. Зайдите посмотрите. Хотя вот на последней фотке это Миля. Вернее, на последнем Короче, вы поняли. Я не знаю, зайдите посмотрите в коммент. Ну это, блядь, короче, двоякое очень.
Здорово, привет. Ты в Москве или в Курске? В Амстердаме. Я в Амстере, приезжай. Тут же дискотека будет, девочки приедут. Шейкдаун. Че, поехали? Да, мне интересно. На, Дэн. Можешь нормально держать? Вау! Вы видели этот кадр, нет? Что? Чего, блять? Ребят, все съемки платные в нашем заведении 10 тысяч рублей. Это что за развод на лоха вообще? Чувачки, вообще сейчас можно прикрыть за такой базар. Вы в курсе? Это не где съемка. Спасибо. Ань, ты решила покороче подстричься. Давай как в старые добрые, я еще випку покупал, можно блин блять, выдать. Не хочу тебе випку выдавать, ты меня уже бесишь. Так, ладно, держи, бестфрендик. А что ты мне там кидаешь? Слушай, если сейчас там, короче, стрёмная капа, лол, какая-то будет, капка будет дурацкая, то я тебя баню. То есть тебе смешно, я правильно понимаю? То есть тебе в моменте стало смешно. Блин, что это за лицо со шрамом, нахуй? Нам нужно заплатить 10 тысяч рублей за это. Что, включено счет на депозит? Там прям прописано фотосъемка 10 тысяч. Что? Она предложила нам подключиться к Wi-Fi, ничего не сказала, а потом, когда мы уже сели, подходит менеджер и говорит, чтобы тут стримить 10 тысяч рублей. Вы просто представляете, он говорит, я вам счет включу, у нас прописано. То есть, если мы там остаемся есть, он нам в счет включает 10 тысяч. А то есть если бы он не сказал и просто что-то. Да, да, я вообще была бы имба. Это какой-то бред. Они вообще имеют право так делать, вот мне интересно. Лейзи 1337, лейзби! Заебали випки, уже покупать. Нет, конечно. Молодой, молодой, богатый. Завтра я еду в Эмираты. Сейчас выйду. Ой. Все, всем выдала. Всем выдала випки. Всем випки сегодня, бесплатно. В самолете мне лететь тоже очень сильно понравилось. Я летела посередине. Сбоку от меня Полина, она сразу уснула почти. Я тоже уже ворожкаюсь, начинаю засыпать. Поворачиваюсь боком. Жирная женщина рядом со мной как пернула. Смешно. Она буквально ждала, пока я повернусь на нее, и она сделала это на весь самолет. Ого. Ебать, треки на хайпе звучат. Когда Лерка улетает? Да вместе мы все улетаем, родные. Нет, не, Лера с Курей остается. А что? И ты остаешься? Да. И Морфи? Ну. Понял. Кто открыл шкаф? Равные фигуры имеют равные объемы. Объем фигуры равен сумме объема фигуры, с которых она состоит. Равные фигуры имеют равные объемы. Объем фигуры равен сумме объема фигуры, с которых она состоит. Все дети как дети, а ты? Равный. А за что? Давай быстро, 20 приседаний. Раз. Раз! Я, пожалуй, пойду. Я не могу уйти. Два. Два. Три. Три. Тебе нужно в это поиграть? Я сам могу считать. Папа! Я сгорю. Три. 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 Он охуел. Три. Не понимаю. Это психологическое давление. Три. Это уже десять.
Я ребенок, мне плохо. Без випки лохи в чате. О, предлагаю всем чатам сейчас просто обоссать бестфренда. За слишком кучерявый базар в чате. Плохо. Тари, 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 тари. Тари. О. Ты чё, блять, просто... Ты чё, реально... Это 40 уже я сделал, наверное. Ты просто... Кто? 4. Четыре. Это издевательство, блядь. Вытащите меня из этого дома, блядь. Четыре. 5. Давай вперед из песни, да чтобы пол блестел. Это какая-то игра унижения до... в доме. Откуда ты тут взялась? Сладкие шортики, бывшие джинсы, Левайс, простой макияж. Короче, знаете, что я поняла? Игра про типикал школьников РФ. Сучка, проститутка. Ну вот почему? Приятно познакомиться. Дмитрий, здравствуйте. Мне Лёв ни разу щёчку не целовал даже. Давай после Дмитрия как раз. Давай после Дмитрия как раз. Чего ты сказал, поцеловать или нет? А что ты сказал? Дмитрий, что я поцеловал, у меня слюни его на щёчке. Бля, я почувствовал. Ассаламу алейкум, Глеб. В общем, я смог разгадать, здравствуйте, что означает каждая буква. Слышал, там какое-то вознаграждение есть, но оно мне нахуй не нужно, я так чисто за респект. Поэтому, Глебань, слушай. С – несоветный, А – адекватный, С – сексуальный, А – алкашня, В – родователь, О – очаровательный, Т – тёлочек ебакель. Глебань, вот так, как-то так, в лучших кондициях, оплату есть еще могу принять в Хамстеркоинах. Счастливо. Хамстер коин. Спасибо за донат. Лохи в чате без випки. Лейзи, ты должен понимать, что твоего имени не было в топ-5 чатеров косточки, поэтому на твоем месте я бы не говорила таких слов, потому что как дала, так и заберу. Понимаешь, этому одуванчику я еще могу какие-то, знаешь, там, ну, поблажки. Что я просто увидела в реальной жизни, я понимаю, ну, человек, ну, дурачок. Вот. Ну, дурак, ну, что ничего не возьмешь. Просто, ну, дурачок. А вот себя... Что происходит? Я въебала момент. Это Яна! О! Алло, алле, алло. У меня ничего нету. Привет. Привет. О, смотрите, ну вот что-то, вы знаете, как будто что-то есть. Вот как будто что-то есть. Спасибо большое, Лю. Нихера себе. Спасибо большое. Привет всем. Привет, чат. У меня, честно вам скажу, меня не интересует, получилось ли запустить арбузы, видно ли это было. Меня интересует только одно. Выяснилось ли в итоге, обосрался он реально или нет? Потому что, блядь, я говорю, эти трусы, если он реально насрал в штаны? Да, реально. Блядь. Клянитесь, что он реально насрал все-таки. Жижу надавил. Наебал. Клянемся.
Да, я просто тебе говорю, если это правда, не, ну понятно, ну с кем не случается, ну убейте, но если это правда, эти трусики тогда, они отдельно отправляются стираться при температуре 60 градусов, просто, не знаю, со всеми средствами мира. Не обосрался он. Ну, короче, сейчас узнаем. Тебе врут. Чат, кому верить в итоге? Кому в итоге верить? Те, кто пишет, что Лёха реально обосрался? Или те, кто... Как вы пишете, говна? Кто? Клип глянь. Они в хостел пойдут насрать. Не обосрался. Говнолог? Говнолог? Какой говнолог? Кто такой говнолог? Это что-то из разряда кинолог. Есть вот кинолог, а есть говнолог. Это человек, который по запаху найдет того, кто обосрался, или как это работает? Это врач. А с каким? С какими симптомами? Лёша минус вайп. Что? Это вот типа с какими нужно обращаться к такому врачу? То есть типа, здравствуйте, я обосрался. Он такой, да, сейчас мы посмотрим, в какой момент в вашей жизни это произошло? При каких обстоятельствах, что вы испытывали в этот момент? Это проблема ваша или это проблема ваших трусов? Как вы считаете? Ладно, так, короче, по поводу каре, подождите, вы гляньте вот сюда. Вот опять, это неплохо выглядит. Как по мне, это выглядит вот неплохо уже. Чат, кто только пришел от Лёхи, короче, мы обсуждали то, что я задумываюсь о том, чтобы отрезать волосы. Очень коротко. Вот. Ну, пока что такое, типа, знаете. Ну, весь чат вообще там против, все такие, нет! Вот, но я не знаю, короче. И мы в фейсапе делали прически разные, короткие мне. Вот. Что это было? Мои донаты сломались. Спасибо за донат. Он сейчас едет какать домой. Ань, рвет очко ему. А что он такого съел, что у него так какашки? Он же не кушал в столовой в этой. Нюта, надеюсь, не забыла про сумку. А я забыла, кстати. Я даже не помню, что мне нужно сказать. Что-то там сказать Лёше, что-то там Слава, какой-то сосед снизу, какие-то сумки, что-то передать. Блять, мне делать больше нечего, аутсайдер, но я реально не сделала этого. Чё Лёха услышал сам, он не понял. А, я вообще тогда не ебу. Чё надо? Короче. Мы смотрим нарезку, и потом идем досматривать последнюю часть «Гадкий я», «Гадкий я 4». И еще, кстати, чат, сразу вас предупрежу заранее, если завтра выйдет видос у Ильи, мы завтра смотрим прятки новые, вот, а потом мы с вами смотрим две части головоломки, первую, и вышел дубляж на вторую часть. Спасибо за донат. Спасибо за донат. Спасибо за донат. Это не... Во-первых, блять, это не тот раз, который обещал. Спасибо за донат. Он не обосрался, это был лютый завоз. То, что все поверили, он сейчас домой к тебе прилетит, тубзик займет. Он не обосрался, это лютый завоз. Я надеюсь, потому что... Ну, у меня, конечно, такого не было. У меня было только такое в детстве, что когда я очень сильно меня рассмешили, и я смеялась 5 минут подряд очень сильным смехом, я сикнула в трусики. Ha ha ha!
Витя, у кого не было такого? Я, типа, настолько сильно смеялась, у меня так... Типа, смеялась так сильно. У меня, причем, такое было... Кого не было? И, короче, я... Один раз меня подруга так сильно рассмешила, и я уже просто лежала и орала, и я говорю, я сикнула в трусы! Хватит меня смешить! Но не какала. Блядь! Сколько рыб я убиваю, когда ем это? Рыб? Нисколько. Ну это же икра. Когда икринка, это могла быть одна рыбка. Обычно их почти всех съедают. Другая рыба. Поэтому... То есть какая-то рыба жрет черную икру каждый день? Продакшн хороший, ребят. Какие тебе имена заходят? В меня заходит или что? Или ты не поняла вопрос? Когда срачка, то ощущение, будто ты пухнешь, а можешь какнуть. Я бы не хотела испытать вот это то, что ты сейчас мне написал. Честно тебе признаюсь, этот вайб меня не сильно интересует. Спасибо за... Мне бестфренд рассказывал, что когда он пернуть хотел, случайно обосрался. Я не удивлена. Это очень даже похоже на бестфренда. Бля, я так кушаю, приятного аппетита. Ну, нахуй про члена, постоянно шучу. Все думают, что это... Что у меня какой-то недотах, а у меня не недотах. Сука, ебаный стул за мной бежал. О, у нас вот фраги пошли. Да, я забить. Ну я сын Иваныч. Да я сын сосиски на дочке вонючки. Кстати, по-моему, ни хрена. На. Поживите. Фаер. КТ фаер. Бум. Бам. Хороший. Бим. Бум. Хороший. Вот у меня хуёво от этой игры, даже когда я смотрю, я вообще не хочу играть в КС. Больно, что сказать. Ну да. Что лучше, випка или сапка? Ну, если ты хочешь, чтобы ты стал моим другом, тогда випка. Ну, я просто чаще вижу сообщения эти, наверное. Ну, и другие сообщения тоже, да. Нет, знаете как? Не все могут себе позволить випку, но если вы супер остроумные, клёвые, крутые, классные, я вас все равно увижу в чате. И есть люди, у которых есть випка, которую я не снимаю, потому что они очень остроумные и очень клёвые. Как я. О, нет, ты будешь каждый месяц платить. Для тебя вообще повышенная будет ставка за баллы канала. Для тебя будет больше. Да я такое, но я без випки, но я, значит, ты, может быть, не так часто у меня сидишь, я тебя вообще впервые вижу. Читает. Это на контент было сделано, это на контент было сделано. Это, забейте, это просто на контент было сделано, друзья, не переживайте. Чтобы вы от души все поржали. Видите, вы же, скорее всего, этот клип просмотрите, видите, и вы ржете надо мной. Сколько просмотров? 12 тысяч, ты сказал? Привет, ты в итоге участвовала в прятках. Почему тебя в тизере не было? Нет, я не участвовала, я просто ездила провести хорошо время, погулять по местности, пообщаться с друзьями. Ань, ты меня впервые видишь? Я вообще не знаю, кто ты, Лейзи. Пока. Ёбаный в рот. Блядь, походу долго всем селом ржали и раз четыре пересматривали. 13 тысяч апнули, идем дальше, поженились. А дальше что? Я не знаю. Жизнь пройдена. Жизнь пройдена. Жена есть. Больше ничего нет. Ах ты ч. Детка, будь моей, я умираю. Здоров, Ростян. Ну рассказывай, как тебе Сабина в первую брачную ночь? Понравились ее сись глаза? Надеюсь, ты ей показал свое фирменное проникновение через рапира. Ладно, брат. Вот еще вот этого чувака я очень часто вижу в чате. Артур Рист.
Вот он, возможно, нормальный чел, но я сомневаюсь. Хорошего сна. Вот левести. Левести тоже я часто замечаю. В Ордензе замечаю. Ну, есть, короче, нормальные кенты вроде как. Братан, успокойся, пожалуйста, братан. О. Какой же... Ты иди, отойди отсюда нахуй. Я ни разу не смотрел стрим, как он в GTA играет, но это... Палка, палка лох купил випку. О, боже мой! Нахера вам быть виперами? Позвони Лёше. Зачем? Чтоб ты не переживала за него. Бля, я вчера Лёше рассказала про этот донат. Ебать, он угорал минут 5. Блин, как же грустно наблюдать за тем, что ты уже не так искренне смеешься с реакцией с Лёшей в видосах. Так больно это осознавать. Блин. Сука. Сука. Если он полдурок, тогда я... Ну-ка, блин. Шарик, ты... К тебе претензий нет. Ну она же из-за денег с ним, ну я не верю, ну посмотрите. Спасибо за... Ну... Анья тут самый чужий серверный скта 5 РП. А, понятно, пока уже тем более тогда. Ну невозможно такое любить просто потому, что он типа красивый. Но она же с ним из-за денег. Ну, 100%. Камила тоже? И навсегда прошу. Это не мой ребенок. Это ее братик. Это ее племянник. Я не знаю, как назвать. Блин, сука, смотри, как трусы задрала на... Она в домой, когда прилетит, я ей ебло снесу за эту хуйню. Что это за жизнь? Тот самый... Нельзя делать? То самое лицо с субтитрами. Мужики ебло. Смотреть буду, так не делайте, иди на. Ну, в прошлый раз ты в этом маске не пососал. Что ты сейчас сказала, просто? Мне похуй, просто я видела сообщение одно в чате, хотя я нигде никак не упоминала, не трогала никогда, не приплетала ни к одной из ситуаций девочку эту. В принципе, не интересует. Вот, и мне скинули, короче, сообщение, что там что-то было написано, и я такая: прости, что? Прости, что? Вот. Думаю, у меня сейчас просто ебало с субтитрами, сейчас у меня было. Не услышал. Может быть, против них... Они в Fortnite заходят, я думаю, можешь один раз зайти отпиздить их двоих, блядь. Послышал. Что случилось? Ну... Да пока батечка нахуй... Да ездить, пофиг, забейте, занимает. Чат. Сыночек, чат, забейте. Что? Мы с вами выше этого, нас такое не интересует. А звонок что даже не идет? Алло, алло. Может... Я где? Я не знаю. Ты тут? Били! Меня... О, вот это меня интересует. Спасибо за сапку, молодой. Блять, а на что? Подождите, на что была надежда в этой ситуации? Why would you do that? Why would you do that? Why? Спасибо за... Довели. Выхожу. Точка. На данный этап моей жизни вы меня достали ежедневными оскорблениями. О, ты до нас как достал. Своим вайбам. Последней каплей было сравнение с Косбот, в котором ежемесячно бывает почти 400 людей, а во мне ноль. Что? Забирай випку. Хорошо. Заберем. Ой, блядь.
Он так не горел из-за... На этом, боже, Elden Ring. Что он играл? Он на этих боссах так не горел, как на Майнкрафте. Что? Вспомнил фишку. Привет, красивая, прекрасная, лучшая, Анютка. Будем сегодня смотреть «Гадкий я». Да-да, будем. Сейчас видосик досмотрим и пойдем. Жесткая фишка. Жесть, просто жесть. Просто жесть. Просто жесть. Мид не проходит. Что, блять? Что? Спасибо за нас. Анют, привет. Можешь привет. Подсказать, как быть более продуктивной? Дать пару советов, МБ. О, продуктивной? Я не самый лучший пример для продуктивности. Но я просто ленивая. Моя продуктивность заканчивается на уборке дома, какой-нибудь готовке, стирке, разбор гардероба, а все, что вне моей... Типа, я, знаете, я житель Sims. Sims, блядь, Sims 2, где есть только у меня моя локация, моя квартира. Я вообще не люблю выходить куда-то, что-то делать, но я такая, я супер ленивая, не очень продуктивная, но я стримлю, постоянно занимаюсь этим делом, и что мне помогает не сдаваться... Наверное, ходить в зал на всякие массажи, на всякие процедуры и так далее. Я смотрю тиктоки, рилсы и шорцы. Ну, именно я сделала так, чтобы у меня была лента, интересная мне. И я вдохновляюсь людьми, которые что-то делают. И такая, у меня супер большой начинается мотивейшн внутри. И все. И я такая, следующий день, оп-оп, я тоже буду такая, типа, буду полезная. Буду вся такая на правильном, вот. Такое бывает. Особенно ночью ты лежишь такой, типа, знаете, нихуя не делаешь, начинаешь писать тиктоки, и такой, все, с завтрашнего дня какая меньше, чем я 3. Просто встаю и ебашу. Вот у меня это так работает. Меня мотивируют другие люди, другие тиктоки. Что это такое? Во, я тебе про это и говорю. Я тебе про это и говорю. Спасибо за донат. Спасибо за нас. Ань, привет. Можешь подсказать, как быть репродуктивным? Пара советов МБ. Я еще свои репродуктивные привет. Функции не выполнила никак. Я срать. Привет. Смотри, что тут делают. Чё? Они, мы в фотошопе делаем мне каре. Вот сюда смотри. Ты вообще замечаешь о, меня? О, ебай, красиво. Вообще... Женя, ты правда обосрался или нет? Не, я сейчас проверю. О, Лёш, только не наври, если правда обосрался. Я правда сказал, что я сказал уже клянусь, что обосрался. Нет. А если я сейчас не обосрался, я сказал, что клянусь, что обосрался, мне придется прямо сейчас обосраться в трусы. Ну просто мне, чтобы я знала эти трусы, куда сжигать или что с ними делать. Ну, немножко какашками пахнет, как будто. А чего вы бешеные? Привет. Привет. Ну, иди сюда. Чарли, нельзя. Иди сюда. Иди с чатом поздоровайся. Скажи, здравствуйте, чат! Я лечу свои вонючие уши! Здравствуйте, чат! Ну, все. Так, Чарли, спокойно. Здравствуйте, чат! Ну, все, успокойся ты! Тебя что, держать? Ну, Чарли! Крейзи Фрог маленький. Ку, Чарли. Мама лечит наши уши каждый день. Таблеток пьет больше, чем человек. С одним яйцом. А я им рассказала историю, Чарли, что у тебя одно яйцо. Они теперь тоже в курсе. Одноичный. А второе яичко в животике у нас. Ну ничего с этим не поделаешь. Так бывает в жизни. Я не смеюсь. Я ни разу не смеялась, когда об этом узнала, об этой новости. Когда нам проверяли ушки, и потом посмотрели нас всего, потрогали наши яички и сказали «Криптор! Криптор! Криптор!» Я говорю «Кто?»
Лёха говнолог. Говнолог. И все. Нам сказали, у вас одно яйцо у собаки, а второе яйцо у вас в животе. Ну, в смысле, у него в животе. И дали мне его пощупать. Второе у него в животе. И нужно будет его, это яичко, удалять тоже. Стоп! Вот это был аномальный анрек. Такими возможностями обладают только Россия, Северная Корея и... Ага, русские! Вот оно! Вот оно! Я слышал. Ты что, ебанутый? А ты слышал? А ты слышал? Он сказал, таким возможностям владеет только Россия, Китай. Вот, самыми первыми. Закройте глаза и на счет три открывайте. Для нас ты шерсть, для них ты шерсть. Открывайте! Открывайте глаза, долбоеб! Не у меня в животе, а у Чарлика. Ну или чертежи три штучки, возможно. Это если что не МК, это Сайга, Глеб. Сука, такая же красная, ты хуй мне пи***ешь. Сайга. Но Сайга это дробовик, а МК это М416, это не то оружие. Блять, unlucky. Он подумал, что это... Конструктивно, перспективно, продуктивно, наебалово. Попадает МК, Серега, блядь, на лысо. Нет. Куда я темка, Серега, блядь, сналась? Нет. За носом. Подожди, сколько ты по итогу потратил, Глеб? Подожди, я долб... А нахуй второй раз закинул 10 тысяч. А, кстати, да, ты закинул лишние 10 тысяч. Ну ничего страшного, ты можешь на них сейчас выбить схемы или чертежи и прокачать эту эмку. Чертежи. Глеб, давай 10 уровень прокачаем это. Давай, бля, вообще танк. Давай 10 уровень. А давай танк купим, слышишь, Серег, по приколу. И будем заряжать его арбузами, слышишь, и стрелять. Вообще кек. Ну, насчет карри. Я сделала себе неделю назад. В целом, думаю, тебе будет охуенно. Но меня заебывает выпрямлять так, как волосы крутятся. Скоро пойду на ботокс. Ботокс? Я думала, ботокс лет 40 начать колоть. Ой. Что, после этого можно называть меня донатером в игры? Вы ты сегодня потратил 150 тысяч рублей на папку. Вы хотите сказать, что после этого вы хотите сказать то, что вы можете... Реально, блин, вот те, кто сейчас объясняет мне про ботокс для волос, нам с вами не по пути с чувством юмора, потому что это был очень тонкий юмор с моей стороны, который вы, к сожалению, не увидели. Ну, не в поле вашего сознания мои шутки. Ну, что ж поделаешь тут? Можно назвать предонатером в игры? Деревяшкина, реально? Что? Глеб, ты потратил сегодня 150 тысяч рублей на папку. 150 тысяч. Ты вообще представляешь, что это такое? Это если что... Это новый компьютер. Это новый компьютер. По сути, это компьютер. Это компьютер. 48 супер, прикинь. Это новая видеокарта. 48. У меня скоро будет новый компьютер 4090. Надеюсь, он не будет лагать. Супер, Глеб. 48 супер могло бы быть в твоем компьютере, но у тебя теперь есть мопед щенячий. А что реально так говном воняет? Вы че, угораете нахуй? Чарли! И спрятался. Я. Кто насрал и спрятался? Я. Фу. Короче, Лёш, я закрываю. Я закрываю тут, потом уберёшь. Там просто посреди коридора. Посреди коридора вот такая штука, вот такая, чат. Я столько не сру, блять, я столько не сру. Это вообще пиздос, нахуй, я в ахуе. Ёптить-моптить, блин. Фу, Чарли, ты воняешь, почему еще твое говно воняет спермой? Ф-
фу, просто воняет говном и спермой. Я извиняюсь, те, кто едят, выключите стрим. Фу, блядь, почему так нахуй? Фу. Еще Лёша сидит, какает там. Короче, меня со всех сторон воняет говнищем. Фу. И патруль. И Ламборджини, и лобби красиво, и М-ка красная, прикинь. А мог бы быть 48 супер, но ничего страшного. Заходи. Ну, так я тебе говорю, в сети войди. Что вы пишете? Что вы пишете? Блядь. Это не Чарли, это Лёха насрал, настоящий говнюк. Фу, блядь. Так, убери, в чем проблема, я стримлю. Я сейчас на работе. Я на работе, когда ваша мама уходит на работу, она же не убирает, она же не вытирает какашки ни за кем. Ни за вами, ни за кем-то. Они же не готовят есть, даже ничего не делают. А я сейчас на работе. Я на работе, я сейчас не готова. Я не могу уйти с рабочего места. Вот представим, что все, меня дома нет. Я села и уехала на работу. Все, меня нету. Вот как хотите, так исправляйтесь. Я не буду. То есть я должна сейчас пойти, помыть, убрать говно, помыть пол, помыть руки, вытереть их полотенцем, вернуться сюда. Я же, мне же похуй. Я же не думаю о своей аудитории, что она меня ждет, что они будут в АФК сидеть. Я не буду убирать говно. Сейчас. А если на работе насрали, ты не уберешь? И что, блядь, работаю уборщицей, чтобы говно за кем-то убирать? Или что? Я здесь, между прочим, не последний человек. Понятно? Нет, давай-ка ты ко мне в инвайт, потому что я не буду заходить в бомжатский лобби. Сори, чел. Окей? Да. У тебя явные отклонения. А чей у меня ник Кирочиня, должен быть Кира тебе не Кэкло, Кристинка, топ. 150 тысяч потратил. Блять, это пиздец, нахуй. Нажми букву К. Это еще. Все, поехали. Поехали. Анют один или два? Два. Ну и что, как тебя, Ламборджини? Ну круто же, не зря 150 тысяч закинул. А ще, хуйка, доволен, я в... Нужно хил найти, полутать, подожди. У тебя на работе говном несет. Это чья проблема? Наша. Это проблема чья? Моя? Или это проблема говна? Или это, блядь, проблема моего носа? Носа. Носа. Таблетка от поноса. Короче. Я не знаю, блядь, чья это проблема. Айнсапконфа. Что там опять? Господи. О, господи. Ёпа. Я вижу превью. Только не говорите мне, что это оно. Я вас умоляю. Блядь, пожалуйста. Это же не оно. Анюта. Анюта. Ждем тебя. Ждем тебя. В гости в Африку. В гости в Африку. Ты красотка. Ты красотка. СОС. Нам нужна помощь. Здесь она пиздец. ФИС. Рыбий на мой шест. Пройди это. СОС. Нам нужна помощь. Здесь она пиздец. ФИС. Рыбий на мой шест. Пройди это тест. Выхлоп есть. Уолер есть. Спасибо. Блять, это вообще кто? Hello from Africa. Кто это заказал? Еще на это деньги кто-то потратил?
Это еще кто-то на этот деньги потратил? Это вообще... Анюта... Сейчас, короче, надо будет Лёхе это показать, сказать. Лёх, мне тут подарок... Мне тут поздравление 5 афроамериканцев записали. И вот он охуеет. Блядь, спасибо большое, конечно, но это пиздец. Печка. Крутые повороты, чёрная полоса. Ну, красивая? Блядь, это пиздец. Спасибо за лап. Блин, сегодня какой-то сатдай. Сатдай? Анюта, сдаюсь завтра на права. Очень переживаю, но ты тут развлекаешь меня как можешь, ха-ха-ха. Короче, мне сегодня приснился сон, что я всю ночь ездила за рулем. Я типа очень боялась. И я такая, я не буду ездить за рулем, но у меня была машина. Я, короче, раз что-то куда-то съездила, типа два, знаете, такая, каждый раз говорю, это не по-настоящему. А потом прошло какое-то время во сне, и я такая, типа, блядь, я уже так долго за рулем езжу, так вообще вот оно и есть все, это полный W. И я пришла к выводу во сне, что я... Охуенно вожу. А чё? Так что не переживай, всё сдашь. Спасибо за... Какой-то говняный лор сегодня на стриме. А чё говняный лор? Блин, а кто это мне заказал? Кто это? Вот это... А, вот чел. Миша? Может, это просто в ТГ переслать себе вообще? Анюта. Ждем тебя. А что, Анюта, ждем тебя? Где меня ждут? Я не поняла. Анюта. Ждем тебя. В гости в Африку. Подождите, я перешлю в свое ТГ. Ой, а что она так одета? Ну ладно, похуй. Лёхе покажи, он сейчас увидит. Лёш, иди сюда. Надень наушники. Так. Анюта. Анюта. Ждём тебя. Ждём тебя. В гости в Африку. В гости в Африку. Ты красотка. Ты красотка. СОС. Нам нужна помощь здесь, она пиздец. СИС. Рыбий на мой жест. Пойди это СОС. Нам нужна помощь здесь, она пиздец. СИС. Рыбий на мой жест. Пойди это СОС. Воздух есть, колер есть. Промолчу. Чё, как дела? Нормально. Обсрался. А, нет, не обосрался. Трусы чистые. Реально? Трусы чил, вообще нормально. Так, нельзя! Нельзя говорить! Тебе придется убрать. Там какашки. Где говно? Я закрыла их здесь, потому что там огромная куча дерьма. Сейчас я вас убью, нахуй, двоих. А почему я не могу, типа, редактировать видео и вот так вот, на, типа, вопросики отправить в видосе? Почему у меня оно отдельным постом, блядь, делается? А, вот, все, можно удалить вот этот пост. Я удалю нахуй туда эти. Ты чё, бля, сучка? Так, чё, пошлите смотреть тогда мультик.
Мультик. Так, а ты мне скидывал. Да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да. Алексей Викторович, можно ли вас попросить налить мне чаёк и что-то вкусненькое принести? И что-то вкусненькое принести? Да нихуя себе!